разница с Москвой 7 часов. Разница с Москвой 7 часов. В Москве 9, тут 16. В Москве 9.43, тут 16. Так, в Москве 9.31, тут 16.31. Там, кстати, девушка что-то говорила про магазин авиатех. Это что-то? Техноавиа. Техноавиа? Это ваш, что ли? Нет. Там одежду я покупаю, очень удобная. А, кстати, нет, здесь у нас нет. Нет, вот в Хабаровске есть, по всей России есть, тут нет. А в Биробиджане нет. Штаны порвались, а надо купить новые. Ой, туда видеорегистратор, туда. Да. Биробиджан. Вот это другое дело. Биробиджан. Прибывает в Хабаровск согласно навигатора 19.14 через 2:42 минуты.
сейчас когда открою. Сфотографировался. И карту памяти поменять сейчас же. По этой дороге я раньше ездил, подъезжал, фотографировался и карту памяти меняю. Thank you.
хотел купить спальный мешок, кокон. Таких нет, говорят, только такие, как вот у меня. Плед, спальный мешок. Хороший, никто даже не спорит, но мне хотелось кокон. Свалка твердых бытовых отходов. Вот так я и хотел проехать Биробиджан. Заехать с одной стороны, проехать его и выехать в другую. А Яндекс.Навигатор тащил меня обратно, там, где я свернул. Помню интуитивно, вот правильно ехал, настроил, он меня разворачивает. Я спросил людей, все видно, говорит, с Майки уезжаешь налево и попер. Кстати, водители довольно-таки вежливые. Нужно отдать должное. Я в городе, город не знаю, ехал по навигатору и по той полосе включил поворотник, что перестроится. Несколько раз так было. И водитель сзади тормаживал. Я аварийке благодарил. Я не буду ругать Яндекс.Навигатор. Когда я
рассчитывал я. Жанни поменяет карту. Что же теперь? Теперь в Хабаровске уже будет темно, наверное. Ну, в общем, два варианта. Если еще будет светло, заезжаю в Хабаровск и там на стоянку какого-нибудь торгового центра до утра, или вот еще один, тоже самый переезд. Я помню, что он с правой стороны, с левой стороны был. Yes. Ну да, когда ехал в прошлые разы, он у меня был с левой стороны. Ох ты, блин, когда у нас переезды научатся делать. Кто-то постучал снаружи.
салоне сразу свежо стало. И автомобиль это, наверное, чувствует гораздо комфортнее. На чистеньком. Ну, то есть автомобиля вы ходишь, невольно прислоняешься одеждой, и вся пыль, откуда она? Помню. Я уже не помню, где я был. Вся пыль, грязь. С трассы она вся на одежде. На одежде я был последний раз. Предпоследний.
так, половина неба, половина земли. Я имею в виду правый видеорегистратор, боковой. Ну а здесь я ничего не могу сделать. Чуть ниже опустишь капот. Знаете, где я сейчас нахожусь? Алло. Вы знаете, где я нахожусь? В Хабаровском крае. Что вы от меня хотите? Ну и что? Ребята, спасибо большое. Не нуждаюсь в этом. Всего доброго. Владивосток. Поезд. Или учиться.
она не делает себе дома и получает деньги, так что ли? За бесплатный сыр мышка жизнью расплачивается. Исторических наук, как всегда, с нами в среду. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да. Да, Василий Жанович, ну так получилось, что сегодня день рождения генерала Краснова, о котором мы с вами говорили в нескольких наших предыдущих программах, и я отыскал из его высказываний такую цитату, сегодня читал ее вслух. Общественность – это не народ. Конечно, да, конечно. Это очень хорошо, что вы отметили такую словесную терминологическую специфику того времени, потому что я еще даже добавлю, тогда вот 100 лет назад и больше, ну, начало 20-го столетия, некоторые термины, которые на сегодняшний день, ну, такие достаточно обыденные, вроде бы понятные, они трактовались несколько иначе. И вот если говорить об общественности, то подразумевалось то, что это некая особая такая передовая часть общества, которая, с одной стороны, в положительном смысле слова, обладает, ну, неким видением ситуации, таким, которым не обладают никто другой, это посвященные люди, это люди, которые вовлечены в политику активно, в частности, предполагалось, что это такие активисты политических партий разных российских прошлого века. И вот эта общественность, она должна как-то вот осуществлять контакт с властью, тогда все будет хорошо. А вот еще один термин, просто тоже не очень сейчас понимается, да, вот так негативно, как 100 лет назад, это был термин интеллигенция. Мы, кстати, об этом уже говорили, просто напомню, что интеллигенция сейчас трактуется, конечно, в широком смысле слова. Сейчас, а Василий Жанович, есть предложение в урановые шахты их отправить работать. Сейчас вот такое, ну, вот, да, мнение вот авторитетное. Вот это мнение, оно ближе как раз к тому, как понимал его атаман Краснов 100 лет назад. Потому что для него, да, это... Василий Жанович, ведь парадокс в том, что в этом смысле Краснов смыкался с Лениным, который, я перефразирую на более приличный язык, считал интеллигенцию дерьмом нации. Ну, это не совсем так, конечно, потому что, может быть, это было высказано в плане именно той части, которая была антисоветски настроенной, да? А вообще, с другой стороны, вот как раз сегодня об этом бы и хотелось поговорить. Позиция Ленина, она была как раз связана с тем, что нужно привлекать вот этих старых социалистов к сотрудничеству с советской властью. А у Краснова, просто надо понимать, что Краснов, он как убежденный монархист, для него общественность и интеллигенция – это те, кто делают революцию. Те, кто сеют смуту, те, кто вот без конца чего-то вот им надо, чем-то они недовольны. И опять же, вот мы говорили уже, да, у него была позиция все-таки приоритета единоличной власти, такой вот атаманской, диктаторской. А народ, вот опять же, вот, напомню, что Краснов по слову народ понимал очень-очень широкое понятие, но отделенное от вот этой вот самой общественности, интеллигенции, которая будирует, смуту сеет, а народ работает, трудится, и вот в условиях гражданской войны, опять же, он себя позицировал как выразителя народных интересов Краснов, вот он выбирает его атаманом, и он стоит на защите его интересов. То есть вот такая, ну, достаточно интересная схема власти, минуя, условно говоря, вот этих вот интеллигентов-общественников. Напрямую, как вот атаман с народом. Василий Жанович, такой вопрос культурологический. А была ли среди, так сказать, ну, в городах крупных, понятно, столичных, интеллигенция, она вся туда всегда тянется. Нам, в принципе, где комфорт, там ее и ищи. Вот. А в кубанской, так сказать, ну, не в кубанской, в казачьей среде было такое явление, интеллигент казачий, например? Ну, конечно, если вот так переводить на понятие, что интеллигенты – это служащие, а это люди, которые умственного труда, я еще раз напомню, вот очень
была профессия, которая казак-учитель, он не служил, он не уходил на войну. Это вот интересное такое исключение. Конечно, это были люди, которые тоже вот по-своему, как они понимали, да, служили Дону, служили войску Донскому. То есть, я говорю, вот для Козлова это понятие нехорошее. Хорошо. Хорошо. А вот Широков гораздо лучше. Да. Да. Василий Жанович, ну мы сегодня о том, как жила советская власть весной 18-го года, да, с вами? Да, потому что это очень важно. Вот мы остановились как бы в изучении, в рассмотрении истории советской власти на переезде после подписания Брестского мира правительства из Петрограда в Москву. То есть Москва становится столицей, Ленин переезжает в Кремль, ну не сразу совсем в Кремль, там частично располагается в разных гостиницах, в том числе в Национале, в Метрополе, органы советской власти. И уже начинается вот этот московский период в истории, который, собственно, и продолжится вплоть до окончания гражданской войны и дальше. Москва стала столицей, уже вот до сих пор, да, остается столицей государства. И вот этот период очень важен, почему? Потому что Ленин, когда был подписан и ратифицирован уже съездом Совета в Брестский мир, несмотря на, конечно, такое достаточно активное сопротивление и левых эсеров, и части левых коммунистов, не все были за Брестский мир, конечно. Вот. Но он считал, что самое главное, что удалось добиться благодаря подписанию Брестского мира, это вот эта мирная передышка. Мирная передышка, и теперь Ленин еще в поезде, когда вот переезд был из Петрограда в Москву, он начал писать статьи, начал писать работы, связанные вот как раз с осмыслением сложившейся ситуации. И что интересно, он вот в апреле, в мае, в июне 18 года на первый план выдвигает экономику. То есть не политическое противостояние с противником, там даже вот такая фраза знаменитая есть, да, у Ленина, смысл ее в том, что большевики убедили Россию, большевики отвоевали Россию, да, у помещиков и капиталистов для рабочих и крестьян. И теперь большевики должны научиться России управлять. То есть вот эти вот три этапа убедили, отвоевали и управляли. И опять же отвоевали, это указывает на то, что, в общем, Ленин допускал, видимо, очень в тот момент, весной 18 года, что, вероятно, основная часть, вот, главная часть военных действий в гражданской войне завершилась. То есть вроде бы как все, уже победили врагов, и теперь можно заняться экономикой. Вот. Ну и занимаясь экономикой, конечно, вот он на первое место ставит возможность построения социализма в СССР, прошу прощения, в Советской России. Вот, возможность построения социализма в отдельно взятой стране. То есть, Василий Жанович, тут важный разговор, да? Мы понимаем, что, значит, в партии большевиков было как минимум две группировки, ну, условно говоря, сталинская, которая проявилась в конце, окончательно победила 20-х, да, там где-то 27-28 года, вот, победила. Это как раз локальные социалисты, условно говоря, да, люди, которые хотят строить государство отдельное. И троцкисты, глобалисты, которые, кстати, очень часто сегодня сравнивают с нынешней, в том числе американской, или там глобальной какой-то администрацией, которые, как вот некоторые источники утверждают, вышли из троцкистских кружков в американских вузах, ну, в 30-е, ну, в 40-е годы они были основаны как противодействие именно успехам Советского Союза. То есть в Советском Союзе коммунисты, вот локалисты, блин, а глобалисты или троцкисты, соответственно, вот были представлены в американской образовательной системе. И кадры, которые выросли, они выросли вот на этой идеологической основе. Из этого, ну, Соединенных Штатов такие аппетиты глобальные, потому что они вот именно троцкисты, по сути своей. Да? И в этой связи вот Ленина, да, в исторических каких-то документах его часто, ну, отождествляют прежде всего с НЭПом. Ну, с экономикой, да. Но перед этим, мы понимаем, был же период такой жести под названием военный коммунизм.
Это тоже очень интересная история. А что же получается, вот возвращаясь к вашим словам, это именно ленинская тема про отдельно взятую социалистическую державу. То есть неужели так рано, то есть уже весной 18 года Ленин отказался от тезиса о том, что Россия всего лишь хворост для розжига мирового пожара революции? Вы очень хорошо вот вы отметили эту специфику, да, эволюции взглядов Ленина. А, конечно, здесь, наверное, правильнее сказать не то, что вот Ленин отказался от этой идеи вообще, потому что как раз весной 18 года продолжавшаяся Первая мировая война и усиливающийся кризис в других странах, то есть вот в той же Франции, в той же Англии, в той же Германии, конечно, давал надежду в Москве, советской Москве, на то, что все-таки там произойдет революция, причем довольно скоро. То есть не отказывались от идеи мировой революции. Но там несколько другая была уже теперь поправка. То есть вот не удалось, допустим, добиться этой революции сразу после октября, после ноября 17 года. Произойдет она, может быть, там где-нибудь в 19 году, да, в 20-м. Но при этом нужно уже советскую Россию сделать, ну, таким своеобразным эталоном, может быть, образцом, по которому потом уже вот в других странах будет происходить... Значит, сегодняшним языком говоря, это шоу-рум мировой революции. Ой, ну, это уж слишком, конечно. Но я думаю, что вообще-то была идея у многих, очень у многих. Ленин даже вдохновлял вот своих соратников этой идеей показать пример миру. Показать пример миру, что вот здесь у нас в России, несмотря на скептиков, и скептиков было очень много, скептики какие, в основном говорили о том, что Россия к социализму не готова, в принципе, вообще. Страна не культурная, страна отсталая. А согласно марксистским тезисам, мы тоже, кстати, об этом говорили в первых программах еще, ведь социализм — это следствие высокоразвитой индустрии. Ленин отмечал, что и высокоразвитая индустрия есть, то есть не надо прямо вот Россию изводить до какого-то низового уровня. Вот даже цитировал Некрасова, знаменитые слова, да, ты убогая, ты всесильная, да, вот здесь вот как бы матушка Русь, он отмечал, что есть и то, и другое, полюса как-то такие. Но при всем при этом, он, понимая вот эти сложности, эти проблемы, с которыми, естественно, придется сталкиваться при строительстве социализма, считал, что вот эту специфику российскую, да, в частности, отсталость культурную, очень заметную, бросавшуюся в глаза, конечно, да, можно и нужно преодолеть. Вот как ее преодолеют рабочие крестьяне, как бы, в процессе строительства социализма, так это и будет, это и станет вот неким примером для других стран, которые, может быть, у них там другие какие-то проблемы возникнут, свои, особенно национальные. Вот такая была идея у Ленина, то есть мы видим, что он не отказывается ни в коем случае от идеи мировой революции, а просто переносит эту идею как бы на перспективу. И при этом отмечает возможности, необходимость построения социализма уже вот прямо здесь и сейчас, как говорится, да. А как выглядела эта переходная перед НЭПом, опять же, вот эту программу? Потому что, я так понимаю, НЭП окончательно сломал его, так сказать, надежды, поколебал в успехе этого мероприятия, да? Можно так сказать, что НЭП – это отрицание всемирной революции? Нет, тоже не совсем так, поправлю, потому что и при НЭПе все равно тоже продолжали верить во всемирную мировую революцию. То есть она еще дальше может отдалиться, но рано или поздно произойдет, потому что коммунизм – это будущее человечества. Это четко совершенно объяснялось, говорилось везде, начиная от Троцкого и заканчивая Сталиным и Лениным, и здесь разницы-то не было. Здесь вопрос был в темпах и сроках. А принципиальный вопрос. При НЭПе, да, там действительно было ясно, что последняя вот такая попытка, когда вот мы до нее дойдем, это обязательно надо отметить, экспорт революции, да, не удавшийся. Это Польша, польский поход. Не получилось, да, Варшаву занять, и Ленин об этом тоже говорил, была наша ошибка. Ну, говорят, Тухачевский, говорят, который по пути из плена на родину как-то странно заехал в Англию, в общем-то, подсуропил это поражение советской армии. Ну, это уж так, если конспирологически рассуждать, да, что его там завербовали. Ну, нет, я думаю, все проще гораздо. А вот, так вот, просто я к тому говорю, что здесь
здесь вопрос вот в этих темпах сроков, он был очень сложным и мало понятным, наверное, да, потому что если мы возьмем ситуацию октября 17-го, когда Ленин говорит о грозящей катастрофе, о том, что, собственно, вот переход власти к советам — это единственный способ спасения страны, и в другом масштабе тоже, и в европейском масштабе тоже должна быть власть советов, ну, в других европейских странах. А потом уже вот эта идея весны 18-го года о том, что мировая революция произойдет, может быть, скоро, но не в ближайшее время, не в самое ближайшее время, поэтому надо строить уже вот здесь и сейчас социализм. И Неповская идея, что да, это перспектива, но уже, наверное, отдаленная перспектива. Но опять же, не исключает необходимости того, что вот социалистический образец, социалистический эталон не будет создан. И этим эталоном станет как раз Советская Россия, Советский Союз. Василий Жанович, вот смотрите, и сейчас много разговоров было, ну, в преддверии выборов они обычно возникают, потом люди как-то успокаиваются, да, вот, говорят о социализме, так, так сказать, романтически, ностальгически, или еще как-то, как Ленин, мы можем понимать, как Ленин видел эту социалистическую модель страны, вот, есть какие-то вот опорные такие фишки? Да, вот как раз говоря о весне 18-го года, замечательная статья, которую обсуждали, кстати сказать, коллегиально обсуждали в ЦК, обсуждали с обнаркомом, это очередные задачи советской власти. Это такая программная статья, которая в советское время изучалась в школе, сейчас, в общем-то, про нее так немножечко подзабыли, почему, наверное, и существует вот такой стереотип, что у большевиков единственная была задача — это только вот там разжигать гражданскую войну, эскалацию и так далее. А это, в общем-то, некорректное такое, на мой взгляд, сравнение. А я думаю, что вот в этой статье Ленин как раз попытался, вот почему он, собственно, экономику поставил на первое место. Экономика диктует политику. Ну, помимо того, что это такой марксистский тезис, да, первичность базиса, вторичность надстройки, и активная роль, как говорится, вот базиса по отношению к надстройке, определяющая производственные силы, вот, и производительные силы, производственные отношения, да, играют главную роль. Помимо этого, Ленин еще отмечал очень важный такой момент, что участвуя в таком вот экономическом процессе, рабочие, прежде всего рабочие, конечно, крестьянов речь отдельно нашла, они будут как раз привыкать уже к такому новому формату экономических отношений. То есть раньше ведь что было, буквально там год назад, хозяин, предприниматель, капиталист, буржуй, да, с одной стороны, который вот для его главная цель — это прибыль получить, и наемный рабочий, который мало что имеет, ну, кроме, собственно, цепей, да, и, собственно, зарплаты, вот, и при этом, при всем, он практически не участвует в управлении производством. То есть он работает, а вот как там его производство, какого завода работает, он ничего не знает. Он в пределах своего станка, в пределах своего цеха, в лучшем случае, может ее видеть. Вот. А теперь Ленин отмечает, что вот как раз нужно всячески вовлекать рабочих в процесс и непосредственно самой работы, то есть повышать производственную дисциплину. Вот это то, что в советское время прямо лозунги везде висели. Повышайте производственную дисциплину, дисциплину труда. То есть раньше он, когда работал на дядю, грубо, да, он там мог прогулять, он мог отволынить, он мог халтурить, что там ему, в общем-то, от него ничего не зависит, да, ему только деньги нужно получить. А теперь он уже вот интересант, то есть, условно говоря, человек, который сам для себя же и работает. То есть, так, Василий Жанович, вы да. Про второй пункт не забудьте, но, как мне кажется, в последние годы существования Советского Союза, перед его уничтожением, была такая очень популярная схема, как бригадный подряд и сдельная оплата. Сколько сделал, столько и получил. Да? Ну давайте сразу после новостей спорта мы продолжим, потому что вторая история с управлением производством рабочего. Но такой вопрос, зачем же тогда все эти люди с дипломами MBA? Кто они такие? А если каждый работяга будет управлять работой? Давайте об этом поговорим после новостей. Скучно ехать, поэтому слушаю радио. Заодно какие-то новости оторван. А в Москве 10:30?
Новости. Так, но судя по тому, что до меня дозвонились по теле-2... Мегафон, уверенная связь. Заседание Верхней палаты парламента. По ее словам, граждане поддержали курс президента страны. Именно вопросы социального развития заняли центральное место в программах практически всех партий и кандидатов, как на думских, так и на региональных выборах. И, безусловно, в ближайшие годы тема повышения качества жизни граждан будет лейтмотивом работы законодателей всех уровней. Конкретные задачи здесь уже определены недавними поручениями президента. Они касаются расселения военного жилья, адресной поддержки семей с детьми, защиты социальных выплат от списания по долгам, повышения доходов населения, занятости и другие. Это те вопросы, которые мы должны отработать в приоритетном порядке. Отмечу, что в отличие от Госдумы, Совет не проводит выборов одновременно всего сенаторского корпуса, его обновление идет постепенно. Создание партнерства Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности стало полной неожиданностью, в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв». По ее словам, Соединенные Штаты не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по альянсу. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединенные Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, которые входят в США и Британию. Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее, в принципе, морально унизили. И, кстати говоря, я не знаю, что сильнее вот это моральное унижение, или тот материальный удар, который они внесли по этому стороне. Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности «АУКУС». В рамках этого партнерства австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум 8 атомных субмарин по американским технологиям и переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в истории оборонный контракт с Парижем. Во Франции это решение назвали ударом в спину и объявили о немедленном отзыве для консультации своих послов из США и Австралии. Все родственники погибших при стрельбе в Пермском университете получили выплаты накануне. Сегодня материальную помощь получат все пострадавшие, сообщили в региональном министерстве социального развития. Там пояснили, что были выделены необходимые средства из резервного фонда, более 17 миллионов рублей. Вчера выплату получили 28 граждан, все члены семей погибших и 22 пострадавших. Сегодня эта работа будет завершена в течение дня. Между тем, число пострадавших после ЧП в Пермском госуниверситете возросло до 42 человек. Уточненные данные сообщают а Минздрав. Напомню, утром 20 сентября 18-летний первокурсник юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского вуза. Погибли 6 человек. Обучение в университете, где произошло ЧП, планируется возобновить в понедельник. В России растет заболеваемость коронавирусом. Она повышается в 36 регионах. Интенсивный рост отмечается впервые за 8 недель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. По ее словам, если на прошлой неделе говорили о фазе роста в 11 субъектах Федерации, то сейчас к ним добавилось еще 25. Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема болезни. При этом отметила, что в 61 субъекте превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ. При этом главное санитарный врач страны опровергла информацию о том, что штамм коронавируса Дельта вызывает более тяжелое течение заболевания. Это нигде не описано, подчеркнула она. Также Попова отметила, что почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса. По ее словам, сегодня уже достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу движется к заветным цифрам. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя БМВ, дрифтовавшего у Исаакиевского собора. Им оказался 24-летний неработающий житель Красноярска, нарушавший ПДД на машине с поддельными номерами. Как сообщили в Главном управлении МВД Петербурга и области, около часа ночи в полицию позвонил очевидец и сказал, что на Исаакиевской площади устроили заезд 4 БМВ. Прибывшие по вызову наряда ДПС нарушителей не застали, но сразу приступили к изучению записи камер видеонаблюдения. Как выяснилось, водители выезжали на встречку, на запрещение сигнал светофора, не включали поворотники. На записи также видно, как лихачи дымят, распугивают других водителей и наездницы на лошадях. В отношении задержанного составили в общей сложности 11 протоколов за нарушение ПДД.
для экспертизы. Поиск еще троих дрифтеров продолжается. Погода. В Петербурге сегодня без осадков, плюс 10-12 градусов. В Москве местами небольшой дождь и 7-9 тепла. Сейчас в городе плюс 6, давление 745 миллиметров. Влажность воздуха 97%. Ой. Нападающий «Зенит» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на октябрьские отборочные матчи чемпионат мира 2022. Свое решение форвард объяснил тем, что пока не набрал оптимальную форму, и этот факт не позволит ему помочь национальной команде на 100%. Футбольный «Спартак» не уволит главного тренера Руя Витторию раньше 20 ноября. Причина – пункт в контракте. В деталях разбирался Дмитрий Сухинин. После поражения в столичном дерби от ЦСКА и в матче Лиги Европы от Лиги разговоры о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории вспыхнули с новой силой. На пресс-конференции после дерби португальский специалист сказал, что сам покидать свой пост не планирует. Следом и официальные лица клуба подтвердили, что пока кредит доверия к тренеру есть. Во вторник поступила информация, что этот кредит доверия подкреплен одним из пунктов контракта, согласно которому финансово не обременительно уволить Виторию можно будет после 15-го тура премьер лиги. По информации портала и поставки контракта португальского тренера со «Спартаком» содержит пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже 5-го места в турнирной таблице. Витория, напомню, был назначен главным тренером «Спартака» перед стартом нынешнего сезона, подписав соглашение сроком на 2 года с общей зарплатой 6 миллионов евро или 3 миллиона за сезон за весь тренерский штаб. К 15-му туру Витория проработает полгода в московском клубе, а значит, в случае расторжения договора получит зарплату до конца первого года работы – 1,5 миллиона евро. Напомню, после 8 туров в нынешнем сезоне «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 10 очками. Ну а матч 15-го тура «Спартак» пройдет 20 ноября 2021 года в гостях с Краснодаром. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над Уикэмбом 6-1 в 1/16 финала Кубка Английской Лиги похвалил 39-летнего нападающего соперника Адебайо Акинфенву. По словам испанского специалиста, если бы каждые выходные игроки его команды могли играть против этого легендарного форварда, это было бы лучшим достижением для них. Акинфенва, замечу, один из самых известных футболистов Англии. При росте 180 сантиметров его вес составляет более 100 килограммов. Нападающий Уикэмба увлекается бодибилдингом и за свои огромные размеры получил прозвище «Зверь». Это были новости спорта, и Егор Новиков. До встречи. Очень будет.
бы с этой точки зрения категорически не согласился бы. Почему? Потому что, ну, во-первых, вы совершенно хорошо, четко ее сформулировали. Она примерно так же, вот, почти один в один, вашими словами была сформулирована теми, кто не поддерживал вот эту ленинскую идею. То есть так и говорили, да, рабочий, он привык работать на танке, да, зачем ему управлять заводом. Ленин считал, что мало управлять, надо еще и выше даже смотреть, то есть рабочий, он должен оправдывать вот этот свой статус передового класса. Вот если опять же обратиться к марксистской доктрине, ведь рабочий класс, пролетариат, это самый передовой, самый революционный, самый прогрессивный класс. И если это так, то тогда мы с полным совершенно основанием можем считать, что миссия рабочего, да, вот не побоюсь там сочетания, миссия рабочего, это не только вот такая сугубо производственная, но это еще и управленческая, это еще, я бы даже сказал, там, не знаю, философская какая-то, сверхзадача. И управлять и заводом своим, и даже отраслью своим, он и может, и должен, и, в общем, надо к этому стремиться. А поэтому в советское время, вот опять же, ну, не в эти годы, не в 18-м, 19-м годах, а позднее, постоянно подчеркивалась вот, биография директоров заводов. Ну, возьмем хотя бы знаменитого Лихачева, да, вот, который, как известно, был директором ЗИСа. Ну, собственно, в честь его потом был переименован на завод имени Лихачева московский. А биография его какая? Ну, действительно, это из среды рабочего класса. То есть это человек, который начинал свой путь. Биографию свою начинал именно с самых-самых таких простых должностей, то есть это не представитель какой-то там элиты. Ну, Василий Жанович, но понимаете, если бы было сказано, что это в современных категориях, да?